Любовь Картавцева всю жизнь проработала педагогом в Усманской колонии для трудных подростков. Обучала их кройке и шитьем. На пенсии портниха занялась изучением одной из древних техник – шитьем из лоскутков. Это так интересно, такое затяжное это дело, что даже руки просто трясутся. Так вот хочется быстрее собрать, и поэтому зима у меня, свет по всем ночам горит. Это просто кайф. Сейчас коллекция Любови Картавцевой сотни изделий. Сколько времени уйдет на изготовление каждой, год или месяц, зависит от первоначальной задумки ткани. Расцветка и фактура диктуют форму. Одинаковые по размеру лоскутки сшиваются, затем компонуются. В итоге выходит подушка, коврик или панно. Сделанное своими руками мастерица не продает, а дарит друзьям. Я очень ручной труд ценю, и когда продавать, ну, это надо, чтобы люди ценили это. Мне жалко всегда, когда вот так бросают или под ноги, или еще что-то. Сама рукодельница бережно сохранила все, что ей досталось в наследство десятки лет назад. Богато вышитые крестиком полотенца, кружевная скатерть и даже веретено. Здесь же и самая первая работа портнихи, выполненная в технике лоскутного шитья. Она мне нравится, немножечко уже дефект здесь есть, но это вот моя самая любимая. Любовь Картавцева говорит, что теперь она ни за что не расстанется с лоскутками. Уверена, что поделки не забросят дети и внуки, ведь эти вещи хранят тепло ее рук. Вера Коршунова, Михаил Жилкин, Липецкое время, Хлевинский район.